Участковый – это призвание. Особенно сложно приходится тем сотрудникам, которые трудятся в наслегах. Среди них Юрий Очекасов, обладатель звания «Народный участковый». Сложность работы в отдаленной местности в первую очередь связана с сезонной распутицей, из-за которой населенные пункты отрезаны от районного центра. О работе участкового села Харинцы Алекминского района расскажут наши корреспонденты. В Алекминском районе по-зимнему снежно. Отдаленное село Харинцы вновь до установившейся по льду дороги почти отрезано от райцентра. Именно в этом селе более 20 лет несет службу Юрий Николаевич Очекасов, участковый. Сам срок службы на одном месте говорит о многом. Проблемы и заботы села знает не понаслышке. Знакомый ему каждый житель от мала до велика. Юрий Николаевич Очекасов является самым опытным сотрудником нашего отдела. Так как проработал в службе участковых более 20 лет, на одном административном участке, пользуется авторитетом как в коллективе, так и среди жителей своего административного участка. За эти годы Юрий Николаевич наработал не только опыт, но и уважение односельчан. Знают не только как представителя силовых структур, но и как хорошего человека. Очень добрый, заботливый дедушка, папа. Воспитал и дал хорошее образование четырем сыновьям. В этом заслуга Юрия Николаевича и его супруги Натальи Васильевны. Человек активной позиции, с чувством юмора. Активный участник нашего наслега. Именно его кандидатуру определили для участия в республиканском конкурсе «Народный участковый», где он и стал победителем. Теперь ему предстоит защищать это звание уже на уровне России. Пока же победа не вскружила голову опытному участковому. Работы много, да и звание «Народный» обязывает. Учитывая, что служба участковых, тем более участковый на селе, это исследователь, дознаватель, он один универсальный сотрудник. Ему приходится выполнять множество функций, которые выполняются в общем в полиции. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.